Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Только что закончилась вторая сессия на сегодня. Как ваши впечатления? У меня отличные впечатления. Я получил много информации, встретился с огромным количеством людей и поговорил на интересующие меня темы в плане цифровых технологий в банковской сфере и, в принципе, новых технологий, которые сейчас появляются в финансовом секторе. Так что это для меня очень информативно и интересно. Сегодня какая сессия была, на какую тему, в которой вы участвовали? Сегодня была сессия, вторая, которую я посвятил свой доклад трансформации ATM-машин в банковской сфере в наши дни под влиянием цифровых технологий. Подскажите, выступление других спикеров, какое больше вам запомнилось? Может быть, чьи-то кейсы были уникальными? Первый вот спикер касательно речевых технологий, меня это очень заинтересовало. И, вообще все, что касается сейчас цифровизации, новые решения в этой области, в банковской сфере, которые внедряются, и в плане искусственного интеллекта тоже, поскольку банки получают огромное количество, так скажем, документации, которая должна обрабатываться, и в этом помогают также искусственный интеллект. То есть вот это мне очень интересно тоже было послушать. Попробуйте одним словом описать Plusforum сегодня. Великолепно.